В эти дни в Магромкентском районе проходит значимое для жителей южных районов региона событие. В селе Ярак-Казмаляр представлены реликвии пророка Мухаммада, мир ему, его семьи и сподвижников. Выставка продлится 3 дня. Все подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Муфти Дагестана Шейх Ахмад Афанди стал хранителем волоса пророка Мухаммада, мир ему и других реликвий в 2013 году. С того момента в городах и районах республики периодически организовывали выставки. На этот раз такая честь выпала жителям Магарамкентского района. Это мечта, конечно, вот, привезти туда сегодня реликвии нашего пророка, мир ему благословения Всевышнего. Ждет народ. За благословенными реликвиями к муфтию приехали десятки машин. В этот раз для организации выставки духовный лидер передал 25 раритетов. На каждую из них закрепили одну машину. Я думаю, что это событие не только для конкретного района, не только для Южного Дагестана, а для всего Дагестана. Поэтому очень хочу выразить слова благодарности организаторам, нашему уважаемому шейху Ахмаду Афанди за то, что организовывает такие мероприятия, которые объединяют людей. А священный месяц Рамадан – это вдвойне приятно, потому что Рамадан объединяет. Автоколонна выехала обедом после пятничной молитвы. Выстроившись в ряд, они проезжали один населенный пункт за другим, на каждом из которых десятки, а то и сотни людей по обе стороны дороги сопровождали реликвии. При въезде в село Ярак-Казмаляр автомобильную колонну встретила группа всадников. Они по живому коридору сопроводили реликвии до джума-мечети. Уже из машины по очереди бережно и трепетно вынесли раритеты. Волос пророка Мухаммада, мир ему, понесли первым. Эта честь выпала главе Магарамкентского района и имаму местной мечети. Узнав о прибытии в Ярак-Казмаляр частички пророка, мир ему, сюда приехали тысячи людей из разных уголков Дагестана. Познакомиться с историей ислама проявили желание представителей других вероисповеданий. Нам очень приятно здесь побывать. Очень хотелось мне. У меня такая тяга к этой религии. Вот такие мероприятия объединяют нас, мусульман. Дает силу, укрепляет веру нам. Иншаллах, надеемся, что у нас в Южном Дагестане будут проходить такие мероприятия почаще и будем получать благо. После подготовительных работ к реликвиям поочередно начали запускать посетителей. Молитвами на устах люди проходили одну реликвию за другой. Представители прекрасного пола более эмоциональные. Некоторые из них не могут сдержать слез. Потому что вещи пророка, которые он трогал, вещи, мы уже разговаривать не сможем. Это великое чудо. За то, что нам их привезли. Дай Аллах здоровья. Невозможно описать. Очень рады. Аллах пригласил нас в этот дом. Такой прекрасный месяц. Это счастье. Этим счастьем я, Аллах, я рабе, Аллах наделит всех мусульман. Спасибо. Помимо волоса пророка, мир ему, на выставке представили его чашу, жернова госпожи Фатимы, кольчуга и фляжка непобежденного Халида бин Валида, кинжал Абу-Бакра и другие бесценные артефакты. Одна из крупных реликвий, представленная на выставке, это покрывало, которое висело на двери Каабы. Она шита из черного шелка с золотыми узорами арабской каллиграфии. Выставка в селе Ярак-Казмаляр доступна круглосуточно. Продлится она всего 3 дня, а именно до 25 апреля включительно. Затем отсюда реликвию направятся в село Леваши Левашинского района, где на следующей неделе также состоится показ священных для мусульман раритетов. Хамза Нурмагомедов, Халид Ахмаев, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, село Ярак-Казмаляр Магарамкентского района.